Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Глаз у меня продолжает чесаться, мы продолжаем проходить GTA 5. Так, где у нас всякие триатлоны? Давайте мы найдем какой-нибудь... Что это такое было? Какой-нибудь один триатлон? Ну, в общем, вот этот. И пощелкаем все. Покажем несколько штук. А, он открывается, видимо, точно так же, типа, следует. Ну, окей. Нет, в смысле, вот так. Что, их должно быть несколько. Давайте попробуем сегодня пройти их. Это тоже надо пройти. What the fuck? Упс. Оказывается, из всякого говна, которое в этой игре есть, прыжки с парашютом это была какая-то самая легкая часть. У меня, кстати, почему-то нет бронежилета. Но... При случае надо будет разжиться. Зацените этого лузера? Что? Почему? Почему это лузер? Я внезапно понял, что покупать стоянку для лодок это практически настолько бессмысленная залупа, что просто... Ну, типа, да зачем? В принципе, стоянка для вертолетов, ну еще ладно. Хотя тоже, в принципе, покупаешь ангар и все складируешь там. Теперь мы делаем вот так вот, чтобы если что начинать прямо отсюда. И погнали. What's happening? I'm amazing. My body is totally in sync with the rhythms of the ocean. I've gone through to the other side. Whatever. Sex is a great workout. Так, ну еще как? А. Hi. Just need your name and social. My name's going to do for now. Триатлон состязание в нескольких дисциплинах: плавание, езда на велосипеде и бег к финишу. Удерживаете shift, вы ускоряетесь, но будете терять выносливость. Чем сильнее вы будете выкладываться, тем быстрее будет кончаться выносливость. Если слишком переусердствовать, то начнет кончаться и здоровье. Но это да. А если ваш уровень выносливости упадет ниже половины, если добавить выносливость после очередного этапа гонки. А, здесь вот здесь показывается выносливость. Вот так вот. Покинул триатлон, нажмите Е. А зачем покидать триатлон? Так, пацаны, ну-ка разошлись всем нахуй. Ну да, лучше всего с прокачанной выносливостью, потому... ну, либо наоборот, прокачивать, вот, участвуя в триатлоне, на мой взгляд, как-то немножечко странно, потому что, смотрите, она меня почти, ну, это ж почти, она, по-моему, вообще не убывает нихуя. Есть капслок? Воу! Не, быстрее он не плывет, все, извините. Я думал, мало ли, может быть, как-то можно быстрее, но нет. Если кто помнит, Сан Андреас тоже был триатлон. А реально вообще не уменьшается у меня выносливость. Не, ну неплохо. Чтобы посмотреть новости от Уизл. Блин, конечно, очень весело, но мне надо еще как-то умудряться плыть в нужном направлении. Это прикольно, кстати говоря. Hey,
ain't got any fucking sense. Давай. Кап, чтобы ускориться, да. Здесь у нас не работает наша суперскорость. Ну, короче, вы поняли. Чего-то не быстрее. Они просто тупо едут быстрее. Я не могу ничего сделать. Я уже на капсе. Непонятно. Я думаю, так лучше не делать, иначе все закончится. А, подожди, она вообще будет тратиться или нет? Я, конечно, не то, чтобы был против, но... Да слезь! Не, ну прикольно, кстати говоря, что у меня вообще... Вау, Джоуи! Блять, он разворачивается обратно. Вот как это можно смотреть, извините, новости, если он вот... Ай, ладно. Я вот этого не понимаю, потому что посередине этих миссий можно брать и переключаться на камеру куда-то хуй пойми куда, но тебе надо продолжать умудряться там ехать или еще что-то делать. Я выношусь, вообще не закачу. Да, я так знал, что ачивка будет. Надо в каждом из видео развлечений вот таких вот хотя бы один раз занять золотую медаль. Продолжить. Доступна новая гонка триатлон. Так, отлично. Значит, это у нас пройдено. Сделаем проще. Оп. Ага, аж здесь. Не, это далеко, ребят. Я на машине туда не поеду. I need a cab as soon as possible. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. All right, thanks. Да, весело у вас тут. Где мой такси? Такси. Да, погнал. Nobody. Потому что пока я туда сейчас доберусь, пока это еще целая серия. Spot, right? Да, мужик, спасибо. I always like a lager after a big pump session. I know. Hey, name on the dotted line, please. All right, I guess I'm doing this. Так, это можно не смотреть? Я знаю, что триатлон — это соревнование. Начнет рассказывать, я, эта гонка доступна, ну, вот это соревнование доступно только после того, как я прошел первое. Наверное, я уже знаю эти правила. Как вы думаете? Я свою жену ради этой тёлки из забегов по триатлону бросил. Блять, они пихаются и эти меня тормозят. Охуеть. У меня в Сан-Андреасе заплыв первым приплыть никогда не получалось, потому что хуй знает. Но там в Сан-Андреасе там надо было как-то, чтобы он плыл быстрее, еще нажимать всякие кнопки. Здесь просто плывешь и все.
Почему он тут замедляется? Они тупо плывут быстрее меня. Что, почему, я не знаю. О. Я попробую нырнуть, потом решу, что, наверное, не стоит. Причем я и не догоняю, и они как бы не сильно вперед не уходят. То есть как в гонке надо пристроиться сзади, то это возможно, типа, попадешь в поток воздуха, я не знаю. Да не, вроде догоняю, смотри. Ну, очень медленно. Я пытаюсь понять, нет, не кончается выносливость, это как-то очень странно. Опять же, еще раз скажу, не то чтобы я был против, но просто это реально странно. Давай, давай, давай. Он еще не сразу соображаешь, что я на капс нажал. Вот это вот прям... Вот это прям раздражает. Пиши, во владениях Тревора кататься на велосипедах, это такое себе. И вообще всяких других... И всяких прочих роднеков. Да, Фрэнклин, you got this. Come on! Come on! Yeah, come on! Yeah! Я забыл, он сам слезает с велика, или почему сел-то случайно на велик назад, потому что я типа... Ага, сам слезает, замечательно. Потому что я нажал типа F слезть с велика, а он сам слезает и залез по новой. Come on, Franklin. По-моему, их 4 есть ничего, или 3, либо 3, либо 4. Вообще я пешком могу сейчас их обогнуть. Но в заплыве первым приплыть, я даже не знаю как. Давай, давай. Фух. Not bad at all. Так, доступно новое. В смысле? А, господи. То ли максимально прокачанная выносливость, это выносливость, которая не заканчивается, я даже не знаю. Гольфкар. Вы что тут делаете? А эта гонка сейчас неактивна. Где-то до них, может, я просто думаю, что здесь, типа, потом еще где-то.
Это кажется, потому что они реально каждый раз будут объяснять мне, что это такое. А в воде он еще, когда только заходит, он заходит шашком прям реально. Это очень прям вот пиздец как. Тоже не то, что раздражает, просто не понятно, почему. Они просто тупо быстрее плывут. Почему, да? Потому что. Так и в четвертой части было сделано, что там какие-то гонка была, ебанутая на лодках. Он просто медленнее плывет и все. Вот. Ебанутая эта гонка на лодках, когда ты плывешь, и волны, которые появляются на воде, они появляются прямо перед тобой. А твои эти ублюдки, с которыми ты гоняешься, они просто плывут по хорошей, типа, воде, где нету никаких волн. И, естественно, поскольку тебя каждая волна чуть-чуть сбивает, ты замедляешься, они на ровной воде жух вперед на километр, и все. И как это проходить, я не помню, вообще прошло, я это не прошло. Почти нет. Блять, если бы он не всплывал еще сам, было бы вообще прекрасно. Вот когда надо в игре, хуй ты, блядь, всплывешь, по 10 раз приходится нажимать. Здесь нет, здесь он в первую очередь сам прям. Да почему ты медленнее ты плывешь, чем все остальные? Ну объясни ты мне. Ну вот я просто не понимаю, зачем вот так делать. То есть я просто не могу этот момент выиграть не потому, что я делаю что-то не так, не потому, что... То есть под водой вот он быстрее их плывет. А над водой нет, блядь. Ну да, здесь, в принципе, даже вот в этом пишут, что типа в воде это самая нечестная хуйня и так далее. И под водой можно прокачивать объем легких. Здесь, кстати, самая длинная дистанция, насколько я помню. Сам по чуть-чуть поднимается, надо заныривать просто. А, блять, плыви. Блин, меня бесит, что он сам всплывает, сука.
Надо немножко их догнать как-то, а то что-то... Что одного глотка воздуха у него сразу все это восполняется. Капец, тут заплыв длинный, пиздец. 6 минут уже чисто плывем. Ну, будешь нырять, нет? Потому что под водой плыть вообще только Shift надо нажимать, больше ничего. А V или S это типа вверх-вниз. Это раздражает, они просто по умолчанию быстрее меня плывут, серьезно. Я выплыл в середине толпы, они меня типа отпихивают и пиздец, и все, и поэтому я плыву. Ой, ладно, в пизду. Это ненадолго. Давай, Франклин, ты могёшь, знаю. Это последнего, по дну прям плыви, черепашка моя. Ладно, всплываем. Всплывай! Как я могу быть вторым? Кто передо мной? Я никого... Ну давай! Давай, я тебя как тут не поймешь, он понял, он не понял. Наш даже первым выплыл. Ну, под водой он реально быстрее плывет. И, по-моему, мои легкие чуть прокачались, хоть мне и не показали этого, но он стал дольше под водой держаться. Здесь не так устаешь, здесь просто стоит палец держать кнопку, а там в Сан-Андреасе, по-моему, надо было прям жмякать ее так. То ли Shift, то ли что-то еще, не помню, то ли вперед. Ну-ка, чувак один прям не отстает. Здесь такое место, здесь не срежешь, оно прямое, они весьма неплохие. Ой, иди нахер. Ну, он один сзади, остальные существенно сзади. Все равно какая разница, блядь, не особо ебет. Блядь, ты куда? Шел нахуй.
охуевшая скотина. Так, ну-ка, здесь что у нас? Здесь камни. Я уж хотел было попробовать проскочить, но потом вижу, что камни. Где? Ну, скорее всего, это последний, потому что он очень длинный. Хотя, может, какой-то сейчас съезд с горы будет или типа того. На том берегу еще можно. На той стороне горы Чилер. Не, что здесь с непрокачанной стаминой? Что здесь не с прокачанной стаминой делать, я даже не знаю. Что он на велике просто сдохнет через какое-то время и все. А без вот этого капслока он еле на велике еле ползет. Блять, уже двое. Ну и какого вот хуя? Вот какого, вот, блять, что я должен сделать, чтобы ехать с такой же скоростью? Они тупо едут быстрее меня, охуенно. Охуительно. Они все едут быстрее. Ёб вашу мать. Пиздец! Они просто все уехали вперед, смотри, что происходит. Не, вот это без капсулка, он еще медленнее. Come on, now. Как же это охуительно, да, когда они просто по умолчанию, твои оппоненты быстрее, чем ты. Не потому, что ты... Там, не знаю, как, ну, то есть от меня здесь ничего не зависит, здесь бессмысленно жать какие-то другие кнопки. Ну что, что это, блядь, такое? Что это, блядь, за говно ебаное? Почему они быстрее меня? Что это за бред? Например, здесь был бы уровень владения, как, там, этим велосипедом отдельно, там, как в этом был, блядь, тоже в Сан-Андреасе и так далее. И здесь бы можно было его прокачать, типа, я просто мало на великах ездил, но нет, здесь этого нету, блядь. Просто общее вождение. Франклин, оно максимальное. Excuse me. Я ебал, блядь. То есть они в горку на прямой дистанции, они быстрее, чем я еду. Охуенно. Я нигде не врезался, ни во что не останавливался. Говорю, еще раз, как он здесь может... Как здесь может с непрокачанной стаминой, я вообще хуй знаю. А, оно здесь сейчас в горку, поэтому они сейчас быстрее. Бля. О, охуенно, он просто проезжает быстрее, как будто он нитро включил, блядь. Что, здесь такого сберечь силы, сделать какой-то рывок или что-то еще? Нет? Просто они быстрее, ты медленнее, все. Охуенно. Да, я хочу, извините, да, я хочу вырваться вперед, чтобы никого впереди больше никогда не видеть. Потому что я вырвался вперед. Вот если куда-то въебался, или вошел в поворот неудобный, или у меня вот сдох, у меня стамина кончилась. И они меня погнали. Это я понимаю, это, блядь, вопросов бы не было. Но когда ты просто едешь, блядь, здесь максимум, что можно сделать, зажать кнопку, чтобы ехал быстрее, нажать одну. Все. И ты это сделал, как бы, и... Все, от тебя больше ничего не зависит, они тебя гоняют. Сколько же бежать-то надо будет. Охуеть, по всему Лос-Сантосу мотаемся.
Конца края этому не видно. Может и прыгать там. Вроде бы нет. Пробел это остановиться. Давай Франклинушка. Ну Франклин, конечно, тяжеловат, честно говоря, для таких соревнований. Он прям здоровый такой кабан. Ну, конечно, мускулистый там он нет, так сказать. Он не жиробас, не то что я. Вот, но он такой. Возможно, специально сделано, чтобы тебя в любом случае периодически обгоняли, чтобы ты типа, не чувствовал себя. Ну, я не знаю, все это тут хуйня из-под коня, по-моему. Бля, сейчас стрелять начну, чувак. Понимаешь, я гэнгста, но со мной лучше такие вещи мне не говорить никогда. 18 минут идет заеду. Там же забег сейчас будешь. На PlayStation там вроде надо прям сжать по кнопке. Шо это такое, блядь? Я даже срезал же. Ну какого хуя он вперед уехал? Как это, блядь, работает? Объясните мне. Все, он видит медленнее такое, на расслабоне. Вах, 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 вах. Я как дурак втапливаю изо всех сил, и меня все обгоняет. Не, ну это будет целая серия под это, да, окей. Бля, последний вообще где-то в такую жопе шел. Ебать. Блять, я чуть не туда не поехал, сука. Шли в коричневых штанах. Не! Дьявол прошел уже больше часа, становится скучновато. Боже, давайте посмотрим на его пятую точку. Here we go. Здесь просто ни на минуту нельзя вот убрать капслок или что-то еще, это ж пиздец. Это, видимо, сам маркер куда-то в текстуру провалился, только стрелочка осталась.
кто-то до сих пор, наверное, гребет еще. Так, ну на пляже сейчас, наверное, бег будет. Уже давно пора. Ну, пиздец. Так, не, пацаны, нахуй всех. На песок лучше не съезжать, иначе скорость упадет сильно. С другой стороны, вот впереди меня едет чувак, и я хотя бы вижу ориентир. Ладно, нормально. Ну, вот здесь игра начиналась. Вот здесь. Да ты заебал, мужик, давай уже, ну, хорош. Ой, бля, это плохо. Это в горку, это плохо. В горку они быстрее меня всех. Давай, Франклин, жми! Нахуй пошел. Я голубку вперед вообще не отпускаю. Просто ни под каким видом. Прямо напрямки, никаких этих, никакого тут, блядь. Пизду ваши честные соревнования. Ой, да? А нам на гору червя сейчас забираться еще не надо будет такими вот темпами. А то мы уже едем, бесконечность, 22 минуты уже, блядь, идет заезд. Ну ладно, из них 8 где-то мы плыли, окей. Ой, что-то погромыхивает, сейчас дождь начнется. Кажется, дождь начинается. Пацаны, езжайте домой, кажется, зонтики возьмите. А я уж так и быть, я уж так, ладно уж. Ой. Get back here. Ну что ж, не спидорас, блядь. Вот как он может так ущемать быстрее меня? Да, блядь, ну 25 минут заезд, серьезно. Сколько он, полчаса будет длиться, серьезно? 40 минут. Let's go. На мой такой чисто непросвещенный взгляд, это затянуто. Шел нахуй. Тоже, конечно, ей нужен массаж ног. Да, ну сейчас 5 минут еще будем бежать. Да-да, полчаса будет, пиздец. Here we go. Я надо две кнопки не отпускать. А, наверное, к обсерватории надо будет сейчас подняться. Наверное. По-моему, в Сан-Андреасе была какая-то... Это, по-моему, последний, кажется, таки триатлон тоже. По-моему, в обсерватории заканчивался. Ну, по крайней мере, похоже на это. По-моему, он у нас слева, ой, точнее, справа сверху. По-моему, это обсерватория. Если да, то мы туда. Come on.
Вот здесь мне так уже затылок не дышит. То есть они, ну, есть, но на карте, но они хотя бы так затылок не дышат. То есть на великах какой-то пиздец. Не, ну какое-то другое место. Ну да. А, не, дорогу туда, окей. КРТЗ. Бах, это не лаборатория, нет, не обсерватория. Обсерватория другая. Ну, насрать, короче, туда наверх надо, да. А что, давайте на гору Чили отбегом. Тут недалеко. А вот тот пафосный не то отель, не то какая-то еще хуета, которую мы тогда, когда я работал этим Майклом-таксистом, меня там нахуй послали, еще что-то сделали. Пришлось человека убить. Я уже как бы второй раз про это говорю. Пришлось. Меня вынудили. Ну что, да? Как говорится, ну хоть где-то я могу пробежать, полчаса бегать. Не, на великах я, наверное, долго мог. Уж не знаю, насколько было так же виртуозно или нет. Ну, допустим, чисто даже по прямой был бы какой-нибудь. Но вот плаваю я плохо, бегаю я тоже плохо. Глядя на меня, это неудивительно. Да, мы куда-то вот туда. На радаре вообще три... А, нет, остальные там в кучку просто сбились. Давай, давай, Франклин, что ты? Совсем в горку тебе неудобно? Не, надо же смотреть. Нихуя ж ты себе, пиздец, какая долго это. Обалдеть. 28 минут. Я не то, что бутылку высосал. Нет, все, их только три было. Кунулся. Ой. Ну вот, в принципе, все. То есть их три штуки, да? Да. Ну вот как-то так. О! Я слышал, ты гоняешь. Хочешь экстримы, приезжай в аэропорт сегодня вечером. Ага. Значит, вот так вот, да? Дайте-ка я сюда вот метку поставлю. Джа, вечером, вот насколько вечером? Уже он 18. Ну-ка, так. Ребят, так, я хотя надо сделать вот так. Просто в обязательном порядке сохраниться. Вот, опять мне эту крутую тачку подгоняют. Мне пригодится, мужик, мне на гонку надо. Что, извините, это они очень любят звонить в полицию. И денежку можно забрать. Так, а еще раз, это у нас от кого была смс-ка? От Хао.
Ну-ка. Это не то. А, вот. Кто-то нам должен был написать. Ну просто ради интереса. А, нет, Рон Тревору должен был прислать. Ну ладно. У меня сейчас какой-то творится полный пиздец. В хорошем смысле слова. У меня каким-то образом, почему-то именно в английское, в англоязычное комьюнити, грубо говоря, завирусился ролик по Far Cry 3, ну, он просмотров набрал, а по третьему Far Cry за Far Cry Experience. Просто он, как бы, там же вся соль в переводе и в русских субтитрах, да? Но под ним сейчас куча, все больше и больше англоязычных комментариев. На данный момент, когда я это записываю, это где-то там уже, наверное, больше 16 тысяч просмотров на нем. Вот. Что случилось, опять же, куда он попал? У меня первый был такой, там немножечко просмотров понадобралось, когда на канале «Летопись видеоигр» автор делал про этот, ну, про Вааса, по-моему, там ролик был, да, про Вааса. Вот, и вот как раз-таки The Far Cry Experience, он, типа, ну, смотрел, какой самый лучший, он сказал, что, типа, ну, лучший из тех, что он нашелся, ему именно с субтитрами надо было, был вот мой. Как бы прикольно смотреть, смотришь на канале этот ролик такой, ну, я уже подписан, смотрю его видео. И бас таки в кусках вставки из моего перевода там сделают субтитры, так и сидишь, типа, воу, воу. Вот, это было, конечно, очень прикольно, очень так это прям радовало. Ну, вечера... Давай. 15:59, вечером это во сколько вечером? Просто если я сейчас сохранюсь, съезжу, то все типа пропадет уже. Я-то думаю уже заканчивать, но раз у нас... О! Уличная гонка 3 из 3. Вот 2 из 2 стало 3 из 3. Так, ну как? Машина хорошая для гонки. Машина приседала, все было вообще заебись. Косарь надо вынести. Ничего себе. Let's do this! Давай! Блин, она такая же практически, только зеленая. Давайте мы на нее сыграем лучше. Сбили нахер эту бабёху. Ну давай гонка, а этот триатлон. Уж извините, я буду выравниваться, потому что иначе улететь куда-нибудь в кювет. Ну, раз это даже приходит Франклину, потому что без его тут спецспособности, по-моему, делать вообще нехуй абсолютно. Такие чудовищные скорости. Вот на кухню заодно. Она от езды на большой скорости восполняется, моя спецспособность.
Чуть не обратил внимание на это. Бля, ебанут скорость. Так, ладно. Обосраться. Сетевой список лидеров мы смотреть не будем. Там, как обычно, пиздеж и провокация. 4500, ну такое. Так. Ну вот внезапно еще одна гонка. Так, возможно, будут еще, я не знаю. Поехали к нам домой. Давай перестройся уже, ну, навигатор. Ну. Пока едем, ну, если мало ли, тут сейчас что-то придет, конечно, может быть, еще сразу на одну гонку съездить, но вообще сомневаюсь, что там по времени. 22.12. Ну пока что ладно, ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры, за процессы копов крип. В Discord, если нам тоже хотите, вступайте, если там удобно следить, там тоже есть общий чатик. Вот. Жмякайте на колокольчик, ставьте там все уведомления, чтобы... Сейчас, извините. Чтобы каким бы странным это ни показалось, приходили вам все уведомления. Вот, и по возможности поддержите канал материально. Ссылки на все реквизиты в описании к каждому ролику есть. Очень сильно поможете. Я считаю, штука нужная. Ну, вроде никаких пока новых гонок у нас не предвидится. Вот так. Все, всем пока.